Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на канале про еду о еде. Сегодня я расскажу идею для ужина за 5 минут. Потребуется куриное бедро без кости, или можно использовать куриное филе. Нарезаем мелким кубиком. Добавляем 2 яйца, майонез, кукурузный крахмал и специи по вкусу. Я добавила куркуму, соль, овощную сушеную смесь, перец и растительное масло, любой твердый сыр. Все перемешиваем и выкладываем на противень. Я использовала пергамент, предварительно смазанный подсолнечным маслом. Распределяем тонким слоем и ставим в духовку на 25 минут при 180 градусах. Ужин готов! Всем приятного аппетита и спасибо за просмотр! Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!